Ку, долбоебы. А, в общем, рум-тур, блядь, который я вам обещал месяца три назад, проебал четыре жопы, блядь. В общем, смотрите. Тут я сплю. Да, на самом деле я отъел уже жопу, блядь, не помещаясь на обычной кровати, поэтому тут я сплю, это моя маленькая кровать. Короче, больше всего тут уёбищно, вот, ремонт. Ремонт уёбищный, ну, блядь, старенький такой, пиздец, из года 2002-го, кондиционер, блядь, как будто телевизор вот этот ламповый. Такой же камин, я им вообще не пользуюсь, я первый раз его сегодня включил. Сейчас надо выключить. Короче, хуй знает, он вроде греет как-то. Смотри, сука, блядь, не лезет. А, так, с чего начать? Там я никогда не бываю, там какие-то провода, там, вот, блядь, какая нахуй изолента, блядь, светодиодная лента, вот такая. Вот такая, вот такая. Их там еще дохуя. Короче, ну, стоят они нормально, блядь, мы их почему-то взяли слишком много, но стоят они прилично, то есть не дешево, хоть и салика. А вот это нормальный камин, блядь, в отличие от того, я для него юзаю телевизор, как вы поняли, ебать, блядь, капитан очевидность, нахуй. Вот эта хуйня, я не знаю, что я никогда не пользовался, только там... Только там есть Apple TV, которым пользуются, блядь, всем советую, Apple TV тема. Так, идем дальше. Пульт, первый раз его вижу, нахуй. И вот эти тоже вообще никогда не юзал, даже не знаю, от чего они. Хотя нет, походу знаю. Пульт не работает. Так. Рабочее место, картина, блядь. Не знаю кого, блядь, я ее снял, нахуй, чтобы не позорило стены просто. Тут я все закрываю, чтобы не спалить вид и чтобы просто, блядь, было не... Чтобы въебало не бил свет. Вот тут у нас... Блядь, телевизор стоит, нахуй. Смотрим каждый день. Короче, тут мы сделали склад, хотя там... Ну, там была кладовая, короче, но... Чуть-чуть не поместилось. Так. Рабочее место, ебать. Это мышка. Новая, усовершенствованная. Всем советую. Это камера. Бля, вот камера пиздатая. Камера пиздатая, хоть тут освещения нет, я даже его не ставил, но камера спасает. Там вообще пиздец. Это провод чуть длинный, интернетовский. Да. Очень интересно, блядь, из меня обзорщик. Бля, вот стол, стол пиздатый. Он стоит 30 тысяч, но он охуенный. Очень удобный. Тут вот эта хуйнюшка, чтобы садиться. И тут где-то кнопочка есть. Второй раз я нажимаю, блядь. Бля, ебать, посимпатичнее выглядит теперь. Клава говно. Мышка нормальная, наушники пиздатые. Нормальный вам обзор? Сейчас будем десит играть, кстати, на стриме. Вот, качаю. Второй моник. Фирма... Охуенная. Короче, я стримдек купил. Стримдек купил, вообще ни разу не пользовался. Не, ну стримдек вроде работает, блядь. Да, ебать, работает стримдек. Охуенная у меня рекомендация. Так. Самый честный, частный обзор. Да, кстати, смотрел гайды по заданиям, блядь, в Among Us, теперь, блядь, киберспорт. Бля, я не знаю, что еще показать. Микрофон. Проводочек, правда, туда идет, блядь. Никак это не пофиксить, наверное. Так, пошел обзор стола. Тут для наушников, тут для микрофона входа, который я никогда не юзаю. Лампочка. Еще одна лампочка. Блядь, короче, все, походу, блядь. Я не знаю, что еще показать. Телевизор.